В Устьянском Лосе возникли трудности с доставкой ресурсов в район. Связано это с отсутствием автозимников. О ситуации на сегодня Виталий Абрамов. В последние дни в сети и в мессенджерах активно распространяется информация о голодающем поселке Хаир Усьянского Улуса. В сообщениях говорится о том, что единственный предприниматель, завозивший продукты питания, погиб, и в настоящий момент в селе кризис продовольствия. Однако в самом поселке недоумевают от такой новости. На сегодняшний день остаток у нас есть по всем основным наименованиям, кроме тушенки. Значит, эту самую тушенку мы будем завозить сейчас из Куйги одновременно с основным завозом по линии Якутск-Апток. Поэтому такая ситуация, которая описана в газете, абсолютно не соответствует истине. И помимо того, значит, неприятно слышать, что вот была доставлена какая-то мокрая мука, где-то утонула машина, где-то что-то случилось, как на самом деле это абсолютно не соответствует истине. Но все же в Улусе проблема с завозом есть, в частности с котельным топливом, так как из-за разгула стихии дорожники не смогли вовремя открыть автозимники. А теперь единственный путь постоянно заметает метелью, и это тормозит завоз нефтепродуктов. Автомобильное сообщение на участке Усть-Куйга депутатский отсутствует полностью. В данное время один из наших автомобилей уже вторые сутки находится на дорожном участке, близ дорожного участка Барсо. Есть такой участок где-то на расстоянии порядка 100 километров от поселка депутатов. И, к сожалению, значит, водители предпринимали отчаянные попытки пробиться в сторону поселка Усть-Куйга, но не смогли этого сделать. Энергетики уже настаивают на введение режима ЧС. Тогда будут мобилизованы все силы для расчистки и пробивки данного направления. При этом сообщается, что во всех населенных пунктах Усьяны минимальный запас топлива имеется. Это примерно на 2 недели. Начали усиленно работать наши перевозчики, предприятия ЖКХ «Энергетики». Они начали наращивать спецтехнику в тех местах, где на сегодняшний день уже открыты автозимники. Также проводится переброска техники у нас дорожниками на тяжелых участках. В итоге, в концу дня в Улусе все же объявили режим чрезвычайной ситуации. На помощь усьянским дорожникам дополнительно направятся верхоянские силы и средства. Виталий Абрамов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.